течение 3 дней в Каспийске проходил значимый для города и его жителей шахматный турнир, приуроченный к празднованию Дня народного единства. Турнир собрал десятки юных шахматистов, которые пришли продемонстрировать свои умения и посоревноваться с равными по уровню соперниками. В праздничный день 4 ноября в Доме шахмат состоялись финальные игры, которые привлекли внимание не только участников, но и многочисленных зрителей, поддерживающих своих друзей и близких. Организаторы турнира постарались сделать соревнования максимально интересными и увлекательными для всех участников. Были сформированы 3 группы с учетом уровня подготовки игроков, а также предусмотрены разные возрастные категории. Соревнования проводились с раздельным зачетом для мальчиков и девочек, что дало возможность каждому участнику почувствовать себя уверенно и получить достойную оценку своих умений. С каждым днем турнира борьба становилась все напряженнее. Юные шахматисты тщательно продумывали свои ходы, демонстрировали тактическое мышление и глубокое понимание игры. Родители, тренеры и зрители следили за партиями с большим интересом, ведь каждая из них становилась захватывающим поединком умов и стратегий. По итогам турнира будут определены лучшие игроки, которые получат медали и грамоты. Для юных шахматистов это событие стало не только возможностью проявить себя и укрепить свой дух, но и прекрасным праздником в честь Дня народного единства.